Давайте соберемся в школу. Сначала я положу учебники. Они у меня лежат в этом отделении. Следующее отделение я положу тетради. Они у меня в обложках, чтобы ничего с ними не случилось. Я уже подготовила пенал. Там у меня лежат карандаши, ручки, пластик и точилка. У нас в школе очень вкусные завтраки, но после уроков у меня сразу гимнастика. Поэтому мама мне кладет ланчбокс. Там лежат у меня ролл, яблоки, морковь, огурец, печенье и шоколад, чтобы угостить моих подружек. В отдельной сумке у меня лежит сменная обувь. Ну все, позову маму, пусть она проверит.